У нас воскресный день, и начнусь искать лопату. А в том году у нас сорвалась черенка. Просил сегодня братьев искать проблемы. Еще вдоль берега, на дамбе. Начали ходить, они меня плавать там на лодке плавали, и граблями шарили по дну. Ну и Сергей выпустил из рук грабли сейчас. И вот поехали искать. Сейчас вот Виталий будет нырять. Искать эти грабли еще. Лопату они нашли еще грабли слышали. Брат, из резинки достань весло. Ага, вот он. Да, сколько искушений в жизни. Ладно, грабли я держал, там была петля навязана веревочкой, зацеплена. Из рук выскользнула. Петля тоже сорвалась с черенка. Враг посмеялся. Очередной раз ходил, мордушку достал свою с бурьянами. Из коровок сегодня. Шарик я с собой прогуляться. Скучаю, вчера вот поздно вечером уже с ним погулял. Скучный вид у него был, что с ним не гуляет. Шарик, ты куда пошел? Шарик, стой. Стой, Шарик, стой. Тебя здесь оставлю. Ты уж прости меня. Даст Бог, завтра закончим на Костровом пруду там ремонт. Слива, и перейдем сюда, уже будем тут все убирать, всю эту заросль, где скашет, где руками, где коса не возьмет. Дрова все эти перевезем к себе. Тут братья вон они копошатся под кустом. Давай-ка я. А что ты потом? Туда на берег будешь вывозить? Ну я чтоб не замочить. Спасатель, спаситель, вернее, с маленькой буквы. Опа! Давай, брат, взорви интернет. Какой интернет?
Взяли подводные очки у барабашей. А ты так далеко от берега находился, что? Ну и что, Виталий, видно там где? Ага. Да, это вот правильно. Ничего не видно пока. Ты ко мне иди. Иди сюда, чтобы я держался. Я в носа... В носатурке... Хочешь только что-то? Ну, в очках лучше, чем без очков. Все ночью-то видать, да? А? Все ночью-то видать, да? Ну, да. Сейчас я... Да набрал я в нос. Так. Может, ближе к берегу? Да. На ухо нет. А ты, Виталий, дна не достаешь там? Да, ну как не достаю? Прямо на нем стоишь ты? Сейчас. Нет. А. Сейчас он не стоит. А, не стоит. Конечно нет. Мы их утопили уже, когда уже пришли сюда, я... Еще наелись после обеда. Затек, зато котел работает. Не хватает воздуха абсолютно. Здесь мало, на мало хватает. Дай-то Бог, чтоб нашли они эти грабли. А вы, Сергей, как? Вы отплыли? Ты с грабли-то потерял, да? Ну, это сложнее. Я думал, тут возле берега где-то. Так. Давай, короче, это магнита попробуем. Давай мне вот. Мне магнит. Где магнит? Я буду его по дну. А магнит-то можно из лодки. Ну давай попробуй. Ну либо ты давай. А ты тогда вылазь, что. А у тебя длинная веревочка? Да мне в воде-то комфортнее, чем. Не хватает, короче. Чуть-чуть вот там раз и все сразу. Воздуха не хватает. У тебя длины тогда не хватит до дна. Если уже. Хватает вот так. Хватает? Все до дна, да, достаешь. Да. Далеко ушли. Далеко ушли.
Надо одному гребки, а другому. Сейчас. Не хватает меня вот. Только вот чуть-чуть и все. Давай подбираем. Не надо. Ищи. Гриби, гриби, гриби. Я так не могу. Так вот, давай. Вот, ну где-то вот в это есть. Вот здесь где-то. Да, понимаю. Щупай. Да, вот до лаза, конечно, это. То есть я вот туда буквально вот, мне все силы уходят, чтобы до дна добраться, и уже все. Там чуть-чуть побултыхаешь и все. Ты немножко, Виталий, туда прогребай вдоль берега. Чтобы он мог двигаться. Так вот он здесь его и потерял, вот. А видишь, мы сейчас на одном месте стоим, надо там прочесывать. Ну да. Давай. На меня, наоборот, на меня гриби. Ты стой с той стороны греби. Весло перекидывай. Скажи, в какую сторону. Туда, вот туда, там, туда. Нет, да я буду. Это близко к берегу. Надо к берегу одеваться там. Да хотя бы куртку накинь. Ну да. Сейчас. На, держи. Оп. Отплывай от берега. Отталкивайся, а тут эти острые. Я щупаю руками, как ты укажешь. Гриби. Куда? Вот куда-нибудь. Ну, вот здесь не надо, вот в этом играть. Куда мне? Давай, не надо. Гриби. А в какой? Ты вот так, да? Да, вот так выше. В каком направлении? Нам надо туда сдвигаться потихонечку. А то мы на одном месте кружить. Чуть-чуть к берегу подгребай. Так, с этой стороны греби. Сюда. Вперед. Угу. Здесь подгребай сейчас. С этой стороны. Не-не, ты уплываешь. Тебе надо ближе, надо. А, ближе к берегу подгребай.
Не знаю, с магнитом это. Они же грабли-то тяжелые, они могли погрузиться в вил. Да. А ты когда нырял по дну, не вставал там? Я руками там. Нет, он Сергеем имею в виду. Когда он нырял. Руками. Как ты? Ты до дна сначала гребешь. Ну я понял. Чтобы на дно-то. Не мелко так ставить. Все-таки надо было тоже грабли захватить. Те, ну, да. Синие надо было здесь. Мы бы их хотя бы на веревочке закидывали и тянули бы. Берем. Пытаются лопух перебить от деревяшку. Репей, ничего не взяли, чем околотить. А я вот, видишь, доску положил и отбиваю его. Лопаты-то нету, а пришел работать. Это ошибка. Всё, оторвал. Чё? Надо было все-таки еще грабли взять, чтобы с берега их поднуть. Так вообще грабли никакие не взяли? Не взяли они. И синие не взяли? Не взяли. Так он же говорил взять. Ну, не знаю. Интересно, как вот, как маленькие ребятишки. Договорились и берут синие, все, я даже на 100% уверен. Глянь, кто это едет, он. Кто это может быть? Сзади везет кого-то. Это Игорь Барабаш с Еленой Анатольевной. Со своей... Или с кем он там? Да что это ради она? У тележки-то. Они оба на велосипедах. Они прогуливаются. Ну, я что могу сказать? А что ты-то снимать? Тут еще не... Грабли не взяли. Ну, я съезжу тогда возьму, наверное. А? Я съезжу возьму. Ну, конечно, это туда-сюда ездить. Это я здорово. Заканчиваю? Конечно, заканчиваю.